Безопасность превыше всего. Несмотря на снижение пассажиропотока в аэропорту Нарьян-Мара, действуют усиленные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Прибывающим пассажирам измеряют температуру, в павильонах вылета и прилета транслируются информационные аудио- и видеоролики. Сегодня воздушную гавань окружной столицы проинспектировал временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа Юрий Бездудный. Далее все подробности. Этим рейсом из Архангельска в окружную столицу прибыли всего 22 человека. Пассажиропоток в Ненецком округе, впрочем, как и по всей стране, значительно снизился. Однако это не повод пренебрегать мерами предосторожности. Все прибывшие проходят так называемый входной фильтр. Мы измеряем сначала бесконтактным термометром. После того, если по желанию пассажира он согласен, да, мы измеряем электронным термометром. И после этого, если у нас повторяется второй раз температура, мы его записываем в журнал регистрации, регистрируем. И как бы говорим, чтобы он ожидал дома, с ним свяжется. Кстати, именно бригада медиков, дежуривших в аэропорту, выявили первую в Ненецком округе заболевшую новой коронавирусной инфекцией. Рекомендовали прилетевшей сидеть дома и обратиться на горячую линию, после чего женщина была госпитализирована. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Бездудный в ходе рабочей поездки в аэропорт поблагодарил работников здравоохранения за бдительность. В целом, все эти меры, которые мы сегодня применяем для того, чтобы не допустить распространения коронавируса, инфекции, они достаточные, и об этом говорят цифры. Поэтому у нас по-прежнему оставался один больной, но, скорее всего, сегодня-завтра этот больной будет выписан. И с самоизоляцией тоже те люди, которые контактировали с ним ранее, в ближайшие дни будут сняты. Я буду дополнительно информировать всех жителей о том, какая ситуация у нас с коронавирусом. Но вот сегодняшний день и контроль медицинского поста в аэропорту показывает, что действительно он работает, он эффективен. И на сегодняшний момент это такой действенный способ не допустить распространения коронавируса в нашем округе. Что же касается зала вылета и так называемые стерильные зоны в основном здании аэропорта. Здесь установили дизары. Это аппараты для обеззараживания воздуха. Также в аэропорту транслируются аудио- и видеоролики, в которых напоминают о симптомах и мерах профилактики. Алина Вучейская, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».